На многих, кого задержали в отеле Измайлова, в эту субботу составили протоколы по статье 20.33 об осуществлении деятельности нежелательной организации. Среди них оказался и Сергей Власов, муниципальный депутат округа Печатники. Он вместе с другими уехал с форума в автозаке. Нас очень долго держали возле ОВД. Там в этом ОВД был Галяминский автозак. Там Галямина и Татьяна Усманова и другие были на оформлении, вот пока мы на улице в холодном автозаке стояли, ждали. И вот, если считать от начала, что в 10:40 меня задержали, то в 15:50 только завели в отделение. И оформляли, и меня оформили и выпустили самым последним. Для Татьяны Усмановой, координатора объявленной Генпрокуратурой нежелательной организации «Открытая Россия», ситуация с массовыми задержаниями на форуме, который проводился организацией «Объединенные демократы, а не Открытой России», стала полной неожиданностью. В зал вошли силовики, сказали, что наш форум завершен, и сейчас мы все будем задержаны. А честно скажу, фразу о том, что мы будем задержаны, как-то прошла мимо ушей, потому что когда мы для себя проговаривали возможные сценарии давления на нас во время форума, самое страшное, что приходило к нам в голову, это то, что придут силовики, ну, неважно по какому поводу, да, найдут какую-то причину, придут, перепишут у всех паспортные данные, как они обычно это делают, и мы уйдем. Организация «Открытая Россия», признанная в прошлом нежелательной, была ликвидирована 2 года назад. Сейчас в Минюсте лежат документы на регистрацию новой, уже российской организации «Открытая Россия». Ее исполнительный директор Андрей Пивоваров, он же координатор «Объединенных демократов». Власти уже не первый раз пытаются срывать подобные форумы и оказывать давление на их участников. Но подобного тому, что произошло в субботу, еще никогда не случалось. Всем дали приехать в Москву, всем дали разместиться в Москве, всем дали приехать на форум и собраться, и 40 минут выждали. Это была ловушка. В этот раз это была спланированная ловушка, чтобы всех участников повязать, привлечь, такую вот, не знаю, черную метку на всех повесить в виде вот этой административки 20.33. По словам политолога Дмитрия Орешкина, даже предвидеть, что форум, на котором собрались десятки муниципальных депутатов и политиков, закончится массовыми задержаниями, было трудно. Это свидетельствует, во-первых, об истерике низовых исполнителей. Я не думаю, что это команда прямо из Кремля. Во-вторых, это стремление выслужиться, бежать впереди паровоза, показать, что они правильно понимают политический момент. В-третьих, конечно, это весьма экзотичный пример того, насколько наплевать на законные правила, потому что обвинили этих депутатов в том, что их встречу организовала какая-то якобы нежелательная организация, в то же время, при том, что кто определяет, какова организация нежелательная, какова желательная, тоже непонятно. Это не судебное решение, это какое-то по произволу определенных руководящих лиц. Координатор «Открытой России», в свою очередь, связывает события на форуме с предстоящими выборами в Госдуму. Сейчас начнутся активные выдвижения как людей от оппозиции, так и людей от «Единой России». Я думаю, что хотят запугать, хотят показать, смотрите, вы уже не имеете права собираться и обсуждать местное самоуправление, на выборы в Госдуму даже не смотрите. Как только вы станете кандидатами, мы вам найдем не только административные дела, но и уголовные дела. Всего на форуме «Муниципальная Россия» в минувшую субботу было задержано более 190 человек.